Всем привет, ребята! Сегодня мы посмотрим Турцию по просьбе. Там очень много почему-то было на этого артиста. Это Джеза. Как я уже нашла немножко информации, это псевдоним. С турецкого переводится как наказание. На самом деле артиста зовут Билгин Озчелкан. Он рэпер. Турецкий рэп хороший. Вот, я слушала немножко там рэпа, поэтому я знаю. Меня просили посмотреть на песню «Холокост». Текст я пока не буду читать, а посмотрим лайв-версию. Там еще вроде как клип есть. Но я хочу именно в лайве убедиться, насколько хороший артист. Мне кажется, это будет даже честно сделать так. Это турецкий Эминем. Честно, я ждала чуть-чуть другого. Ceza ettik bir sentez, bela teknik bir arıza. Üç fazdır, kanadı kırıktır, taktik kuşkunun oluşumudur. Şu yaptığım rapte gücünüm, bak beni gör hadi kamil. Tipi daha tırnağı sen hamil, bir göz kulak oldum sende. Bir de holokostu gören insanım, hadi gibi uç kartal gibi kon. Sen gülü on dedi ben patron, rhymelerim can yakabilir ha pardon. Ey bir mini mikrofon. Dinle bana bir bakınız haydi, muamele sekize bir günah sevmedi. Muhammed'i ne gibi ki günah sev, bana bak beni gör. Ölmez ki sesim hep duyulur, tepeden bariton mekanım. Это, наверное, будет самая маленькая короткая реакция на всем моем канале. Было действительно необычное, потому что ожидала больше как обычный рэп там. Но это видно, что это представитель какой-то, скорее всего, такой больше молодежи золотой. Потому что так и одет он больше, обычный, если уличный рэпер, они немножко по-другому выглядят. Так он читал, это очень, конечно, круто, и он бы, наверное, мог посоревноваться с Эминем, или, может быть, даже бы записали бы они какую-то песню совместно с Эминем. Для меня это было удивительно, я так не думала, что кто-то может быть, у него, кстати, кумир был Эминем, вот. Но очень круто он звучит, и то, что вживую, это прям, ну вот именно по лайву, это прям очень круто. Я даже не знаю, как в студийке, это, наверное, будет еще лучше. Вот, и это прикольно. Спасибо вам за такую рекомендацию. Конечно, рэп — это вообще не мое, и я эту музыку не могу слушать. Это не мое, но вот чисто такое, как для развлечения, то, возможно, то один раз можно послушать. Спасибо вам.
Такую рекомендацию, честно, я немножко другое ожидала. Я думала, что это будет, ну, более такое поспокойнее, может быть, грустное. Ну, надо текст, надо почитать, чтобы точно понимать. Это необычно. Еще когда он это повторяет много раз, тоже это вообще интересно. Спасибо вам за просмотр, комментарии, лайки. Интересно, вам понравилось вообще это или нет, тоже пишите в комментариях. Он сильно популярный в Турции или нет? И все-таки это представитель такой золотой молодежи или уличного рэпа? Вот, мне интересно. Вот, спасибо вам за просмотр, комментарии, лайки, подписки. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. До скорой встречи в новом видео. Вас целую, обнимаю.